Ивановский областной онкологический диспансер снова проводит мастер-класс. В зале онкологи и врачи-колопроктологи не только из Ивановской области, но и из соседних – Владимирской, Костромской и Ярославской. Своим опытом в Иваново приехал поделиться профессор Петр Царьков, директор клиники колопроктологии Медицинского университета имени Сеченова. Мастер-класс нацелен на то, чтобы обучить врачей первичного звена оперированию опухоли. Бывают случайные находки, когда пациент с жалобами на то или иное, с симптомами того или иного заболевания поступает, а в процессе операции выявляется рак. Вот в этом случае надо очень отчетливо и четко понимать, что врач-хирург должен расширить объем операции. Необходимо удалить те лимфатические узлы, которые находятся рядом. Это стандарт в онкологии. Сегодняшний мастер-класс отличается от предыдущих мастер-классов тем, что мы сегодня будем удалять лимфатические узлы, которые находятся около крупных сосудов. И, соответственно, повреждение крупных сосудов может вызвать кровотечение и гибель пациента. На этот раз в ходе мастер-класса состоялась демонстрация живой хирургии у пациента с раком ободочной кишки. В прошлом году в регионе онкозаболевания выявили у 5200 человек. Колоректальный рак входит в тройку самых частых заболеваний у мужчин после рака легкого и простаты. В год онкология толстой кишки уносит жизни 150-200 человек. В последние года она снижается. Снижается за счет того, что мы активно стали популяризировать, с одной стороны, здоровый образ жизни, а с другой стороны, активно население стало внедрять такой метод исследования, как иммунохимический тест на гемоглобин человека в кале. То есть надо понимать, что любая опухоль, она немножко, но кровоточит, говоря проще. И поэтому применение вот этого теста, оно позволяет выявлять опухоль на самых ранних заболеваниях. Это с одной стороны, а с другой стороны то, что в последнее время, конечно, широко более стал применяться такой метод исследования, как колоноскопия. Вместе с профессором в Иваново на стажировку приехал его ученик из Италии. Он будет перенимать российский опыт по борьбе с онкозаболеваниями. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.